Несколько слов о спортивном инвентаре. К инвентарю у нас относится ракетка, да, мячи, обувь, ну, майка, трусы или... Трусы или шорты, или брюки спортивные. Значит, несколько слов о мячах. Мячи бывают для тренировок и для игры. Вот здесь видно три звезды на мяче. Это мяч для игры. Для тренировок можно покупать, где одна звезда или две звезды. Мячи сейчас диаметром 40-40+. Теперь, что касается ракет. Ракетка состоит из основания деревянной и накладок. Накладки как выбирать? Для начала, для начального обучения лучше покупать готовую ракетку, не очень дорогую, такую, чтобы можно было тренировать правильно удары для закрепления. Она не должна быть слишком активная. В магазине могут подсказать для начального обучения. Для дальнейшего уже развития игры и тренировок лучше покупать в специализированных магазинах. Отдельно основание, отдельно накладки. Накладки бывают как гладкие, так и с шипами. Для начала лучше покупать гладкие накладки.